Здравствуйте, дорогие друзья, и снова передача «Все свои», и снова мы в удивительной, замечательной семье, семье Шумиловых. Сегодня они будут рассказывать о своих семейных традициях, о своих секретах, о своих рождественских традициях, о своих рождественских чудесах. Ну что, давайте будем знакомиться. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я запомнил всю вашу большую семью, я попытаюсь сейчас всех представить. Юрий, Елена, они самые главные здесь. Как бы кто громко не кричал, но они главные. Так, Анечка у нас старшая, Марк, Тимофей и лапочка-дочка Машенька. Маша. Во-первых, спасибо вам большое, что вы открыли свой дом, что вы впустили телеканал ТБН к себе. Не просто через телевизор или через гаджет, а мы в реальности у вас. Скажите, что мы сейчас будем делать? Что мы будем создавать? Вместе. Мы будем творить сейчас, и мы хотели одной из традиций нашей семьи перед Рождеством, это украшение рождественской елки. И поэтому ребята хотели своими руками подготовить небольшие поделки, которые они хотели сейчас раскрасить, а потом мы их вместе с вами, Кирилл, как раз, да. Ну что, давайте приступать. Приступим. Готовы? Да! Давай. Так, это кому? Мне нравится, это... что Марк больше всех красок набрал. Ну, Марк... Марк, может, ты же поделишься, да, со всеми? Конечно, поделится. Тебе. Давай я буду тебе помогать, смотри. Да. Оп, вот. Тимофей, давай. А тебе почему? Давай в крышечке, тебе самое темное досталось, да? Ты придумал, что будет зеленое здесь? Слушай. Или нет еще? У него зеленый любимый цвет. Понятно. Дайте нам пока желтенькую, доченька. Зеленое будет все. Хорошо. Будет зеленый Санта-Клаус. Ну, почему бы нет? Вы традиционно готовите игрушки сами для Рождества в вашей семье? Это ваша фишечка? Нет, это такое нововведение. Это теперь будет, наверное, традиция, потому что все-таки детки еще были маленькие. Да. Ну, Анютка, она старается, надеется, даже сегодня утром пораньше встала, тоже там смастерила. Она любит поделки, это вообще ее любимое хобби, можно сказать. Скажите, а сколько вообще, сколько вы вместе, сколько лет вашей семье? 2012 года. В августе. 7 лет? Да, 7 лет получается. Полностью 7 лет, да. Но знакомы мы познакомились в институте, вот, мы вместе учились в политехе. Ага. Вот. Первый раз я Лену в 2007 году увидел. Вот. А подружились мы так уже ближе, это, наверное, год 2009, да? Да. Да, 2009. То есть с 2009 до 2012 была вот эта... Получается, конфетный период. История у нас такая интересная. Мы родились в неверующих семьях. Да. И как отношения наши завязались еще в институте, но так вот Бог чудесным образом так все сделал, что в 2011 году мы пришли в церковь, узнали Бога. Вот. И, наверное, настоящие отношения мы отчитываем все-таки уже вот с этого периода. Ну, из дня венчания уже получается. Получается, в 2012 году обвенчались. Потом мы ездили в паломнический тур в Израиль, оттуда в сувениры привезли Анютку. Да вы что? В 2012 году у нас родилась Анечка. Анечка, да ты сувенир семьи. Из Израиля причем. Да. Так. Прямо из Иерусалима. Да. Вот. А потом у нас появился спустя определенное время Марчик. Вот, Тимошка. И жизнь стала вообще невероятно веселой. Да, а этот год нам подарил Машеньку. И наши друзья приготовили нам сюрприз. Да. И мы как раз там, в январе вот этого года была такая хлопушка. Если б мальчик... Шар надувной большой. Да. Если мальчик это там, то конфетти должны быть синие, а если девочка, то розовые. Да. Ну или розовые. Да. И вот мы как раз, это было у елки, и мы вот сейчас ее как раз доставали и смотрим, там еще кусочки конфетти. Остались. И вот наши Машеньки. Да, Машенька? Маша такой прям елочный подарок. Маша наш подарочек. А как вы обычно, вы Рождество любите отмечать? Вы дома или вы куда-то едете? Что семья у вас большая, не знаю, как? Ну, как правило, мы само Рождество непосредственно дома отмечаем. Вот. Ну, как правило, стараемся собраться с семьей. Вот. Пригласить друзей. У нас в нашем доме проходит молитвенная группа. Да, то есть приходит молодежь. Там сегодня, вот вчера у нас было там, порядка 20 человек молодежи.
То есть у нас такая традиция, что мы, ну, в зависимости от даты, там, как среда, если раньше, то там, до Рождества или там, после Рождества, собираемся сначала группы, это как-то там встречаем, вместе общаемся. Друзьями, по сути. Да, да. А сам в канун Нового Рождества мы стараемся собраться именно с семьей. Вот, вместе как-то провести ужин, провести время. Вот, все-таки такой семейный праздник для нас. А поездки, ну, как правило, это уже после Нового года, когда вот есть эти праздники. Да, да. Мы в том числе также любим куда-то ездить, путешествовать. Вот, но само Рождество мы, конечно, планируем встречать его всеми вместе. Марк, глазки как-то у тебя сравнялись цветом с носом. Оранжевое все стало. Растаял, похоже, ну, дедушка. Да, да, наверное. Все, наверное. Тимофейка, получилось? Да. Есть у вас какие-то традиционные блюда на Рождество? Что вы любите готовить? Что стало уже традицией? Пирог. Оливье? Ну, почему? Мясо французское. Да? Ну, обычно, да. Лена, почему? Ну, мы все любим мясо. Все мясоеды. Ну, и если честно, я вам признаюсь, как бы готовка – это не мой конек. Так. Вот, поэтому... Готовит Марк. Мясо получается хорошо, поэтому мы его и готовим. Мы все мясоеды, все любят. Ну, здорово. Поэтому мясо по-французски. И, да, салатик, оливье. То есть, может быть, достаточно банально, но нам нравится. Ну, вкусно. Ну, вкусно, банально. Это как-то момент Нового года или Рождества наступает на следующий день, да, после праздника, когда утром проснулся, аккуратненько к холодильнику, столовую ложку и салат. Ну, у нас много, поэтому у нас не остается. Да. С вечера, это, да, если это честно. Целое испытание. А тогда мы садимся за стол, кушаем. Папа! Анютка поет нам песни, либо читает стихи. Папа! В прошлом году мы брали игрушечную гитару, микрофон, они вместе с Марчиком пели, у них был дуэт. Концерт. Прям такая музыкальная группа. Вместе молимся. У нас также есть такая традиция, что детки просят подарки на день рождения Иисуса. Опа, да. Загадывают, да, они говорят, ну, кстати, насколько Господь щедрый, что когда вообще день рождения какого-то именинника, ему же несут подарки, да? А Господь дарит подарки нам. Вот, и они очень ждут. И у нас был такой курьезный случай однажды, когда Нюшке, наверное, было годика 3, Анечке. И мы тоже опять готовились, ну, вот мы начинаем это, может быть, за пару недель беседовать на эту тему. Мы там читаем Библию, открываем какие-то рождественские истории. Я говорю, вот будет день рождения, Рождество Иисуса Христа. И она говорит, мамочка, а сколько ему будет? Я говорю, ну, более чем 2000 лет. Это ж какой будет торт, и как он столько свечей задует. А может, ты зря одел, может, все понесло. Нет, мне Маркуш не надо. Все, это надо, сейчас пойдем его отмоем. Да. Ну, что можно сказать, вот так все начинается с простых поделок, а заканчивается все, конечно же, гримом. Да. Все. Привет. Ой. Вот так. Все, здорово. Можно я покажу? Да. Ага. Вот такая вот игрушечка. Видите, да? Вот с такой подписью. Эту игрушечку мы повесим на нашу елочку в студии на телеканале ТБН. И все будут знать, что ее разрисовала Аня Шумилова. Ну и, наверное, самый приятный момент в любой семье – это украшение елки всей семьей. Она у нас прямо так подготовлена, готова. Я вижу, уже гирлянда уже здесь есть, да. А верхушечка тоже. Ну, теперь нужно все шарики развесить. Шарики, да. Да. Ну что, ребятки, давайте. Поехали. Не, лучше их не есть, сынок. Они несъедобные. Это просто украшение. Это уже давайте, украшение. Берите игрушечки. Это Лена. Оп. Мама Лена. Лена, прошу вас. Это мы. Спасибо. Аня, это ты сама делала вот это? Да. Да? Вот это? А это что? Это что? Шляпа или это удав проглотил слона? Это Лена. Мы еще «Маленького принца» не читали. Да. Ну, очень похоже. Посмотрите, ну, прям правда похоже. Похоже. Да. Да. Правильно, все думают, то ли шляпа, то ли слон внутри удава. Да.
Так. Вы как вообще, приходите к этому моменту, чтобы елочку украшать все вместе, или пока только это родительская часть? А мы все вместе, всегда. Да? Они сегодня утром помогали мне собирать эту елочку. Вот, поэтому... В коробке посидели уже от елки. В коробке от елки посидеть, это же вообще милое дело. Здорово, да. Скажите, а наверняка вот у вас есть же какие-то истории, не знаю, чудес? Может быть, есть что-то рождественское прям, то, что у вас произошло под Рождество или после, или где-то около? Около Рождества. Не знаю, какое-то, наверное, непосредственно передрождественское чудо сложно вспомнить, но, наверное, главное чудо произошло 2000 лет назад, когда там Иисус Христос сюда пришел, и мы знаем, Эммануил с нами Бог. Да, да. Вот, и Он в каждом дне с нами, и поэтому мы в каждом дне ждем чудес, не только в этот период. Это вы молодцы. Хотя это, конечно, очень такой радостный период для нас. Вот, мы все ждем. Слушайте, ну в такой большой семье я не верю, что не бывало курьезных случаев. Юра, расскажите, наверняка что-то было такое, что потом стало... Рождественским? Не обязательно рождественским, что-то стало просто такое прям, история семьи. То, что вы рассказываете друзьям, все это знают и все над этим хихикают. Так, надо вспомнить, Леночка. Ну вот, пока мы раскрашивали, мне вспомнилась история про нашего французского бульдога. Так. Вот, это было, когда Ане было, наверное, годика два. Вот, она тогда одна у нас была. И почему-то мы, видимо, тогда были не совсем опытными родителями. Как-то очень сильно уставали. Мама. И Анечка утром проснулась. И мы попросили ее как-то еще нас не беспокоить, поиграть там где-то на кухне, в детской. А сами отвернулись, думали, полежим 5 минут и встанем. Так. А когда встали, оказалось, что прошло минут 30 или 40. И мы просыпаемся, и тишина. И это самое страшное, да? Я когда тишина. Чуть ли не на носочках выхожу из спальни, думаю, к чему готовиться, как бы боюсь. И захожу на кухню, все хорошо, Анечка сидит. Там раскрашивают. Нет, тут был мольберт большой, она с красками. С красками, да, сидит. Да. Сидит, раскрашивает. Все как-то так чинно, благопристойно. И тут мой взор падает в угол, и я смотрю, там наша собака раскрашена гуашью просто от кончика хвоста до носа. Вот. И было холодно, прохладно, зима, и нельзя было ее сначала помыть, а потом выгулить. Пришлось с ней с такой спускаться в лифте. Вот, как раз открывается лифт, заходит, там уже соседи наши, и тут вот я с такой собачкой. Видишь, нет, нечто цветное на ножках. Нечто цветное. На поводке. Ну, сказать, они очень обрадовались, когда нас увидели. Вот, настроение мы им подняли. Ну что, елочка Шумиловых готова? Ура! Ура! Аня хочет, по-моему, рассказать стихотворение, прям чувствую. Да, Аня? Хочешь? Ну, давай, рассказывай, только громко. Давай, иди сюда, к папе ближе сюда. Горят в ночи гирлянды звезд, их свет лучистый яр. Не Дед Мороз, а сам Христос несет тебе подарок. Надежды людям несет, вселяет веру снова, что будет мир и Новый год от Рождества Христова. Пусть бегут скачутся дрожда огромным снежным комом, и Вифлеемская звезда зайдет на каждом доме. Встречают люди Рождество, Господь в дорогу вышел, шаги незримые его, легкое сердце слышит. Ты хочешь встречу со Христом? Ему навстречу выйдет. Господь заходит в каждый дом, кто верит, тот увидит. Скорее в глаза к Христу взгляни, откликнись на сердечность. Ему ты душу распакуй, а Он подарит вечность. Здорово, 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 да, похлопаем тебе, молодец. Ну что, у нас для вас есть подарок. Мы к вам пришли не с пустыми руками, конечно же. И от телеканала ТБН мы хотели подарить вам такую замечательную одну елочную игрушечку. Да, вы нам тоже подарили, вот мы вам подарим. Это маленький вертеп. Здесь младенец Иисус, Мария, Иосиф. И вся прелесть этой игрушки, что она сделана из настоящего оливкового дерева. Вау!
Да, и вот это будет ваша игрушечка и наш подарок от телеканала. Спасибо. Ну что, мы уже за столом, мы пытаемся уже останавливать детей, чтобы они не накинулись растерзывать эти булочки. Ваши пожелания, поздравления с Рождеством нашим телезрителям, пожалуйста. Ну, прежде всего, чистого сердца хочется поздравить всех телезрителей с этим светлым праздником Рождества Христова. Вот. И хочется пожелать вам побольше чудес в жизни, больше радости. И как-то мы думали, что сказать. Знаете, что человек посеет, то и пожнет. И вот хотелось бы, чтобы вот в это радостное время вы больше сеяли в отношении с вашими детьми, с вашими женами, с вашими друзьями, чтобы в следующем году вам можно было пожинать такие хорошие плоды. Мира, гармонии, любви вашим домам. Поздравляем вас. Сегодня программа «Все свои» шумела вместе с семьей Шумиловых. Было здорово. Будьте с нами, будьте благословенны. Всего доброго. До свидания.